Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Продолжаем проходить с вами Tactics Mod. Так, я воскресил персонажа, вообще нет. Отлично. Думаю, вот нужен ли мне третий целитель в команду или нет. Нужен или нет. А хрен его знает, честное слово, нужен ли он мне или нет. Допустим, кого можно убрать? Рэндальфа. Феникс атака чуть не какущая. Может, ну его нахер пока, временно. Сейчас этот присоединится. Попробуем. Попробуем. Опаньки. Что, заходим в мун? Ой-ё. Клерк. Клерик, короче. Понятно. Опять. Точнее, снова. А где еще вторая половина? Ага. А, у тебя боевая есть. У-у-у. И деп неплохой. Аура вторая. Неплохо, неплохо. Ладно, будь пока. Ой-ё. Ух-ё, твою медь. Ну иди танкуй. Блин, я его сейчас толпой как тут размажут. Да ни хера себе. Да ну не слишком до хера что-то. Чё, все, ГГ? И мои ходить не будут. Да не, ну это что-то как-то слишком. Это что-то как-то слишком жестко. Это что-то как-то слишком жестко. Ну вот это еще терпимо. Ну конный лучник, вот это мразь. Хватит делить мой отряд, а? Ну хватит, я вас очень прошу. Но меня никто не послушает. Хорошо, девка, да. Thank you.
Неплохо. А это тебе что делать? Ты, как обычно, ничего не можешь, ни в чем аж, сука. Ладненько. Ну давай. Ой. Ну давай, пора. Ой, что-то жадничают прям. Ой, жадничают. Могли сюда целительницу ту поставить с бустом, суки. Ой-ой-ой, прощай, Слейд. Ну что-то уж, ну что-то совсем плохо. Меняю я его сейчас. Сейчас гнома возьму. Очень все плохо. Очень печально. Не справляюсь я тут. С таким количеством здоровья по барабану. Фу, как много. Да ну нет, без вариантов. Это без вариантов. Они сейчас укатают его просто. Ладно, ходишь ты. Чисто хилю, все, больше ничего не делаю. Слейд просто отлетел, как обычно. Какой же он плохой, а. Умница. Но там еще двое. Понимаете, да? Весь удар на ту группу пришелся. Весь. Ну давай. Не то. Совершенно не это я хотел. Ты смотри-ка, походили, а? Раньше них. Странная херь. А он не убьет. А он не убьет. Не этим, не этим он не убьет. Хотя, может, Пегаса. Да нет. Ну давай, танкуй. Что делать? Ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, да-да-да-да. Двоих убьем. Сначала этого, потом магичку он убьет. Ну мрази, конечно, мрази. А, ты так решил. Ну давай два крита, чё. Давай, 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 давай. Первый. Что? Чё это ты? Чё это ты, друг? Блин, а маг... А, и он... Да уж. Да уж. Одну защиту, одну. Да иди ты со своим отравлением, знаешь, куда. Так, держи, ты же крепкий. Да, ребята.
ребята. Вот вообще мне не нравится Слейд. Ой, как не нравится. Так, слышь ты, упырь. Ты не припу в том случае. Фу, сотку хорош. И маны много, ты смотри, хороший. Эти просто за два хода укатали такого рыцаря. Ах ты ж гнида, ах ты ж гнида, ах ты ж гнида. Пиздец, фух, повезло. Вот это мощные, конечно, мощные. А то ненароком походит. Мне надо как-то главного лечить. Сара, спасибо. Главный держит весь бой на себе. Весь бой просто вытаскивает. Четвёрка — это хорошо. Четвёрка — это здорово. Слайд дебафы кидает, но, блин, его не хочется так убирать, если честно, но походу придется. Киви хорош. Как ни крути, он хорош. Всю манну сжёг, всю, практически. А вот тут мог бы огоньком, но вот он, конечно, да. Была бы игра чуть логичнее и понимала бы, что нужно в определенный момент делать, было бы проще, конечно. Атака трёшку еще хороша, девка. Отлично, в принципе. Вот и все. Эти вообще все фуловые у меня. Как же ты затрахал, а? Неожиданно приятно. О, ХП рубанул просто. М-да.
свидания. Свой дна расставлю, это уберу. Есть. Успеет, ах ты сука. Но он не должен 25 отнять, ни при каком раскладе. А, ну понятно. Вот тупые, а? 45, сука, 5. Магии нет, хотел по троим манной ударить, точнее молнии. Не пойдет, ладно. Бесит это. Ой-ой-ой, прощай, да? А, нет, у тебя есть хп. Не, убираю это. Убираю. Главные скиви тут, конечно, вытаскивают, ну и учница. Да все тут, в принципе, молодцы, и Сара лечит. Так. Тут я, наверное, буду бить. Чтобы укатать их побыстрее. Мне надо минусовать народ. Сара, конечно, молодец. Правда, ей надо помогать, мне кончилась мана. Ах ты упырёныш. А, ну ладно. А вот это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Тебе сюда идет, не досмотри, а? Станет надо было. Что-то плоховато тут дела идут, кстати. Макс слишком там разошелся. Ху, хорош. Я сейчас думаю о той стороне больше, честно. Ху. Отлично. Хух. Ладно, лучше так, кстати, наверное, даже, чем с руки. Эх, мог же... Нет, не мог. Не мог сдержать слишком много. Я немножко не успеваю. Маленько не успеваю я. Не,
ну они, в принципе, подходили. Ты должен успевать, должен. Ну давай, ты же мощная. Ай, чуть-чуть. Лучшая просто. Две собаки, сейчас еще ушник там может подкинуться же, сука. Отвлек, отвлек, отвлек. Хорош, хорош, хорош. Ага. Не, нормально, 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 нормально. Нормально, нормально, все. Сюда иди, мразь. Полные обе. Отлично. Это вот меня бесит. Ну поехали. Ну давай, ну давай. Лучше. Просто бой спасает. Просто бой спасает. Последнюю ману потратил. Просто берет этот бой и затаскивает лучница. Просто берет и затаскивает. Тоже хорош. Так, а ты идешь сюда и вздыхаешь, гнида. Хотя не знаю, хватит ли 67. По идее должно хватить. Ну да. Так, ну там осталось 3 дебила. Да ладно. Смотри, тоже вплотную оказывается. Я вот это хочу попробовать, я не хочу тратить. Так, а 3, хорош. Я совсем забыл про это. Ну и теперь можете идти сюда, мрази. Слейд, как обычно, отъехал. Это бесит, но... Ну что поделать? Но он, видите, дебаф и слоу. Был бы у кого-нибудь еще вот эта вот магия, я бы выкинул этого Слейда нахер. А так я пока, может, Рэндальфа на гнома заменю. И Слейда покачаю. Вот в следующем бою прям им буду побольше добивать. Постараюсь, по крайней мере. Я так и знал. Я вот так и знал. Ёбаный свет. Все, угомонился. Теперь моя очередь. Нет? Нет, 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 нет
нет, 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 нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем разе. Даже не думай, чувак, даже не думай. Забудь и не вспоминай. Ты этого не видел. Так, слышь, ты упырь, блядь. Ты от моей устницы хочешь уйти, да? Я так надеялся на второй выстрел пафосный, но не вышло. Ровненько. Где Мак? Ща. Мак сейчас ударит. А ты, тряпка, сейчас сдохнешь. Ну-ка смотрим, сколько. Сотка, хорош. Сюда иди, сейчас раскрыты. И да. Тихо. Я пошутил вообще-то, алло. Не надо. Эй, пес, не надо, не тащи, не надо. Не надо, чувак, я тебя прошу, не надо. Я пошутил, братан, ты что так все буквально воспринял? Ай, блядь. Не надо. Я прикололся, братан, не надо. А ты смотри, зачем попёр меня. Я пошутил, чувачок, не надо. Я представляю, если бы он сейчас затащил бы, вот я херил бы. Да ну нет. Сюда идешь? Шел отсюда. Ах ты живучая мразь. Я сказал, сюда идешь. Так, ладно. Да давай вылази. Опаньки. Так, ну смотрите, сейчас мы идем, короче, это забираем гнома, если там, конечно, гном. И, в принципе, можем двигаться к боссу. Уйди. Вот точно. Ай, аж чихнул, нихера себе. Опаньки. Тихо, чувачок, ты мне нужен. Тихо. Стой. Отлично. Отлично. Так, вываливай отсюда. Так. 119. Вот оно. То, что я хотел. Все, слэйк.
ты отдыхаешь, чувачок. Ты отдыхаешь. Мы берем вот так. Мы берем вот так. Где ты? О. Вот так. Опаньки. Потом. Гном, все, гном остается. Все, 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 все. Так, вот это вот я еще. Чего молчите, кстати? Почему не комментируете, что я предметы не использую? Я же забываю. Я все не успеваю просматривать. 111 атаки, да? Киви 70. Да что это шутка? 127, 119. Ну давай вот ему, кстати, лучнику, почему бы нет, чтобы он тоже не сильно отставал. Ну двушечка хотя бы, ладно. Соточка. Хорошо. Так, все, гном. Ой, ой, хорошо, так. Как, ой, как замечательно. Блин, вот именно это я... Прям как по заказу. Ляпота. Ляпота. Или смотри, пока что убрать Рэндальфа, оставить Слейда, будет два Слоу в команде, можно будет... Так все, нафиг он нужен, у него брони нету Слейда, он отъезжает с одного тычка. Нет, нет, нет. Нет, братан, нет, нет, нет. Нет. Гном хорош, тем более у него второй уровень, как раз на большую площадь. Знал бы я об магические штуки приберег. Ё-моё, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там отравление есть, то они реально так бесят. Нету, да? Ну отлично. Так, магазинчик, 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 магазинчик. Магазинчик. Ну да, 108. Тебе 97. Отлично. Это есть вроде как, да? Ой. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут появились вещи. А, и срежет как защиту, да? Есть вот такая штука. Да? Ты се... Для пота, блин. Все, мрази, теперь главного вы еще хуже пробивать будете. Крысы. Ой, ой, красота какая. Защита появилась хоть маленько. Продаем. Обновляем вещи, наконец-то. Ну да, ему тоже такую надо. А туда что-то прошивать прям стали. Если главного так шьют, что он еле выдерживает. Так, ну ты все. А у него атака поухудшится, не надо. Ой. На шестерочку, отлично. Старое сразу продам. Чтоб не мешалось. Так, кому еще? Тихо, 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 тихо. Сейчас мы разберемся. Мэй. Ой, как атака порежется. Не, она бьет издалека, ей нормально. О!
14к денег нормально хватит. Я думаю, наберем. Ага. Так, ну тут у тебя прям целый склад. Это продаем. Колечко берем, одеваем. Так. А, тебе тоже хорош. Так что Суэйда выкидываем. Пошел он нахер. Так. Ага. У тебя стоит такое. А тебе очень да. Ой, как хорошо, да. Ну и все, да? Пати кончилась. А, во. Во, давай. Ага. И деньга моя нема. Все. Все, деньги кончились. Деньга. Сюда. Пятнашка. Так. Смотрим дальше. Вот это вот. Снижает защиту очень хорошо. У кого нет кольца? А кольца нет у ушницы. Одинаково, нихера себе. Ладно. Нет, ребятки, я защиту оставлю. Мне терять броню не хочется. Вот прям совсем не хочется. 104 дефа, у монаха. Так. Мэджик, это мне не надо. Ну, в принципе. Кстати, напишите, кто проходил, что вот это дает. Вот это вот подвижность, а вот это что дает. Так, ну чё, смотрите, ребятки, в принципе, кстати, еще вот это надо проверить. Суэйд, не? Суэйд. Бонус даст ей? А, нет, хуже. Ладно, не надо. Пошлите Камилу бить, проститутку. Или сейчас опять люлей я отхвачу. Ну, за разочек попробую, если не прокатит, отложим на следующую серию. Перчатка где, суки? Опаньки! Это что за шоколадный глаз? Я не знаю, что это, напишите. Я без понятия. Кстати, дождь еще один у Честера есть. Отлично вообще. Аура какая-то. Хераура. Ладно. Ай, тихо, я этого хочу взять в команду. Я забыл. Точнее, не забыл. То, что нужно, магия такая же, которая нужна, брони добавил, подвижности добавил, что еще надо, в принципе, больше ни хера не надо. Ну иди сюда, сказала она мне. Hello, my people. Давай. Помню, конечно, тебя помню. Опаньки. Геешь. Опа.
не делите. Фух, не поделите. Чё, блядь? А чё она так... А чё она рядом? Какого лешего вообще? Подождите, женщина, я вас не звал. Что за прикол? Говорят. Говорит, что за... Ой. Да ты гонишь. Не, ну блин. Во-первых, что ты из себя представляешь, это раз. Ой-ё, ну ладно, это над шахматным. Ничего страшного пока не произошло. Во-вторых, делаем вот так. Фу, теперь попробуйте пробить. Не, ну маг-то, конечно, пробьет. Я про Пегаса. Пегас. Зря, наверное, так близко поставил. Зря. Но я надеюсь на новые оборудования. Хочу сказать, на новое оборудование. На новый шмот. Но что это прикол какой-то неприкольный? Точнее, непонятный. Какого лешего? Наивненький, иди сюда. Ну, трава, ну ладно, я отвлечусь сейчас. Блин, ну это хорошо. Но я под бустом, конечно, без буста желательно проверить. Как оно и чё да как. Правильно, молодец. Умничка. Так, ну теперь что? Люля? Люля, да. Хорош. Да что она не ходит? Так, тихо. Вот. Вот так подальше. Ну, девка что-то прям там плохо по пустыне, конечно, чешет. Я его убил, но не в этом юмор вообще, вот совершенно не в этом. Так, это тебе на. Пользуйся на здоровье. Так, и это тебе на, надеюсь, тебе хватит. Ну давай, киви, вся на тебя надежда. Так, ее прикрывают. Проверим тебя в деле, чувачок.
Блин, я там плохо встал перед главным. Дурак. А, ну. Да а что они мне сделают? Иди сюда, блин. Ух, ё, она с бустом, плюс с этими мне шестерку сняла. И чё там-то 100 хп, и маны, конечно, до хера, но... Ну чё-то как-то... Бляха... И тоже посмотрим, неприятно, наверное. Ну, такое себе. Такое себе. Ну, смотрите, собака, не знаю, она дойдёт до него, нет, до гнома, это нет, вряд ли. А этот... А, ну всё, всё нормально. Всё ок. Всё, короче, все размышления на второй план, потому что пришел хиллер, и он, конечно, может сделать вот так, и так и, наверное, и сделает. Не, а в чем прикол, блядь? Я пока сижу, не понимаю. Хорош гном. Идиот. Так, кого тут били-то? А, гнома и главного, да? Главный-то ладно. Да, гномика надо подключить. У меня лучница не ходит, вот в чем косяк. Она там застряла и стоит. Ух, ё, хорош. Хорош. Не хорош, правда, ни хера, ну ладно. Так. Давай, отъезжай. Здрасте. Лучница не нравится, блин, почему она так далеко? И почему Камила так быстро сдохла? Что за прикол? А именно волка, мразь. Это ж гнида. Ну, стали получше держать, я вам скажу. Блин, она сейчас убьет его. Давай, выручай. Черт, надо было подхилить, только сейчас понял. Но главное, справился, ладно. Он же хилить может мечом. Постоянно забываю, потому что это в новинку. Так, все, защита спала. Давай, 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 давай. Я еще бафнусь. Давай-ка, ребятки. Да-да-да-да-да-да-да. И ты... А, вы не пойдете, да, пока что? Ну, чувачок, ты зря походил. Знаешь об этом? Вот два хода и тебя нет. Вот один ход, все, второй будет. Так. Но сейчас я. Хотя. Чуть темнуть-то. Пока все спокойно идет. Но это пока. Потому что с Камилой какой-то бред пока происходит, я не знаю, где она. Это какой-то был блеф, походу, с этой стороны.
Причем такой мразотный. Довольно-таки. Довольно-таки мразотный, да. Отлично. Отлично. Да, даже потери Свейда я не чувствую, и Феникса. Эти пока вытаскиваются. А, хотя... О! Подходите, ребятки. Бейте. Не, ну сейчас, конечно же, еще под Киви, прежде чем они подойдут, я должен успеть для проглавного. Вон, Киви выдвинул, пускай ульты. Неплохо. Давай, 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 девка, догоняй. Во. А это вам, ребят. И это вам. Я же сам могу похилиться. Опаньки, вот и все. Ну, давайте. И у этого же есть. А, у этого нет такого кольца. Вот ему, кстати, надо было купить, что-то я не подумал. Ладно. Вот еще и лучник тут на подходе. Жду, ребятки, жду ваших ходов. Ну, я про тех двух верхних говорю. Да. Ах ты ж падла, ну ладно. А вот это неприятно. Фу, хорош. Неприятно, что они контузить могут. Этого я не ожидал. Ну ладно, главного. А он же с молнией, бля. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пизда. Да. Вот по-другому не скажешь, бля. Вот уп. Ну, два раза. Ну ладно, хорошо, хоть не четвертый уровень, ладно. О, отлично, тот третий дали. Рейс. Отлично, отлично. Где босс, твою мать? Где босс? Босс где? Удачи, братан. О! Вот наш отряд пришел. Фух. И сразу делает дело. И она в этом... бою и в этой серии она прям красота. О, надо вот кому ману восстановить. Сдохни. Блин, главный. Надо от него отойти, кстати, подальше всеми. Ух, ладно. Приходом максимум эта херня держится. А нормально. Так, чувачок, на тебе манны. Где босс? Ну, стало полегче со шмотками, с новыми бойцами стало попроще, реально попроще. Упс.
А, ты тоже. Точно. И смотри, не отошел ведь. Так, эти ребятки наверх тоже поехали, да? Что-то не нравится мне это. Ой, не нравится мне это. Волка задел? Задел, вот это плохо. Ладно, живы. Это главное. Далеко, падла. Нет. А, ну ладно, киви ладно. Где тех надо спасти? Стан крыса. Ладно, успеваю. Фу-ху-ху. Наверное, даже вот так. Ой. Наверное, я даже сделаю вот так. Ой, хорош. Главное, этот меч нельзя выкидывать. Давай четвертый болт. Эх, не скоро. Не скоро. Где босс-ка? Не успел, не того выхилил. Выдержал, я херею. Где хилер? Хоть один хилер, пожалуйста. Плиз. Так, тихо. Мясо началось. Мясо. Хиллер, а этот дебил еще. Пиздец. Какого лешего мои хиллеры не проходили? Объясните мне. Вот просто объясните. Он проходил два раза, а мои хуй. А вот теперь поздно. А вот теперь не надо. Вот честное слово. Не надо теперь. Не надо. Поздно. Все. Ладно, она бы не дошла. Я понимаю, но бесит. Ну бесит, реально бесит. И как мне теперь всю эту толпу тут сносить без мага? Как? Вот скажи мне, как? Ну реально накаляет. Ты еще не сдул, бля. Маги мразотный еще как. Так, давай соточку с тебя сниму и пошел ты нахер. Почти. И не ходи больше. Не надо. Вот, решай. Проблемы пришла. Наверное, все-таки этого. Я только сейчас хотел сказать, волк давно два раза не бил. Вот реально хотел сказать, он два раза ударил. Хорош. Так. Ну, у нее новое колечко. Смотрим. Нормально. Тихо. Можешь не шевелиться, можешь забить на это. На. Минус Пегас, хорошо. Эх, жаль, уровень не дали. Только не спадай буст, я тебя прошу. А его, по-моему, уже и нет. Мразотные драконы, да. Фига щеманул, хорош. Так.
Хоть он и контуженный, но его надо подлечить. Надо подлечить. Снулся. Ой, точнее, хильнулся. Так, давай, давай, давай. Отлично. Только что ходил, вот эту мразь нужно отсюда заболевать. А потом браться за драконов, потому что они... эту путаницу вызывают, это бесит. Добьешь? Ты должен добить. Ну ты должен, ты просто обязан добить. Ну господи, ну хоть так, ладно. А, ну давай, 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 давай. Отличненько. О, шелегал. Нет, только не огнем. Хорош. Это без буста, нихера себе. Так, это бесит. Этот бесит. Так. К чему, собственно? Хотя нет. Надо бить. Надо бить сейчас дракона. Потому что он будет все сходить, а у него очень много здоровья. Ну, уже половина. А теперь, может, уже и нету. Теперь точно нет. Так, ладно, одного убил. Одного убил, ладно, хорошо. Пора. Маги не будут, ну ладно. Главное, Боуи там и некоторым другим. 32 защиты. Это называется удача. Это называется удачи. Встан и все будет отлично. Давай, 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 танчик, давай. Эх, жаль. Он просто давно не ходил, все, он ходить будет. Я ударю. А на ухода не хватит, жалко. Там все уже походили. А. Она просто говорит, ты что, во мне сомневаешься? И делает дело. И делает красиво вообще делает, отлично делает. Фигасик прилетел. Ну стокнешь ты и дальше что? Ну и дальше что? Он только что походил. О, отлетает. О, отлетает, я сказал. О. И апается еще. Замечательно. Чуваку грустно одному там. Братан, не грусти. Нифига себе огнем. Ничего ты выдал мне. Так, ладно, маны нет. О,
дебилушка. Опаньки! Я сказал? Ну я сказал? Мощно. Это было мощно. Побежал. Это вообще ни с кем не согласно. Жесткая женщина. Делает дела, да. Дракон, походу, даже не дойдет. Тупо. Ну да. Тупо скопытился и все. Опаньки. Блайз третий. Ух! Это во-первых. А во-вторых, сколько у нее хп. Ебать. Я сейчас могу. Я могу не пройти. Знал бы я тут твою. Твою ма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, хиллер сдох. Бля. Минус 2 сразу. Что делать? Так, тихо. Резко стало все стрёмно. Пока бить не буду. Не буду. Другим буду бить. Ой, бусты как спали. Не вовремя, как резко стало все. Вот это она мразь. Сколько? Да ну нет, пожалуйста, не надо. Как все спич. Ой-ой-ой-ой-ой. Ходила, я понимаю. Ну, это хорошо. Ну, давай, чел. Давай, пожалуйста. Не работает. Не работает на боссов, походу. Не работает. Ну, спи пока, спи. Ладно. Мага ни в коем случае нельзя терять. Блин, у него... Надо посмотреть, кто может магию восполнить. Можешь? Нихуя ты не можешь. Так буду делать. Блин, вот я встрял, а. Эх, хера ты восстанавливаешь. У тебя что? У тебя что? Ой, во-во-во-во-во. Тоже, может, пойдет. Не работает. Стан. Давай. Ну, не будь мразью. Ну, все, просыпается. Нет, спит еще. Вот это попадос.
Вот это попадос, так попадос. На нету у меня, нечем у меня манну восполнить. Может, ты снизишь характеристики хотя бы ударом. Вот это попал, а? Ой, как попал. Чем мне 200 снимать? Пожалуйста, пройди! Нет, не работает. Ману нечем восстановить. Тупанул, очень тупанул. Надо было отойти, потом восполнять. Так, просыпается. Пожалуйста, стан. Киви, давай. Но это тоже неплохо, но... Я же говорил. Я же знаю все наперед, но надо было сначала отойти, теперь она вышла. Ну ебаный свет, ну. Есть. Блин, как же глупо я мага потерял. Как же я глупо его потерял, а? Все нормально. Нормально, нормально. Сам бесполезного забрала. Дебила. Ладно. Сюда идешь. Да нет, все, я выиграл. Хорош. Хорош. Сара тоже помогла. Очень помогла. А Мэй, как обычно, зарешала то, что усыпила. Не, она... Не, ну, лучше. Лучшая. Да, мразь. Не, ну это было намного легче, чем за Албардом. Намного легче. Так что это даже не сравнится. Я стал героев чувствовать, кто что может, и это замечательно. Что-то под конец. Мэй жестко решает, очень жестко решает. Очень жестко. Она и в оригинале мне всегда нравилась. Я ее всегда брал. По моему мнению, это лучший лучник в игре. Лучший. Так, сейчас заходим, забираем сундук и заканчиваем. Улетать не буду, потом схожу персонажей заберу. Что это такое? Хуже? А, защиту дает, нихера себе! Один подвижности, но ей особо не надо. Ладно, ребят, все, да вот теперь точно на этом закончим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем до следующей серии, мои красавицы, и всем пока.